Всем привет! Вы на канале Никита Масенков, и сегодня у нас в очередной раз будет распаковка товара с Китая. Ну что ж, в принципе, что мне о нем сказать? Это у нас будет дрон, квадрокоптер. Не знаю, какой фирмы, ссылка в описании будет в описании. Тяжело, да, наверное? Ставьте кнопочку подписаться. И что ж, мы продолжаем вам говорить то, что надо еще нажать на комментарий и поставить лайк. Красивенькая, да? Что я могу о нем сказать? Я, в принципе, о нем ничего не знаю, потому что я, когда его купил, он был еще в продаже, когда я решил посмотреть сейчас его по техническим характеристикам, ничего уже не было, потому что было написано то, что товар недоступен. Не знаю, это хороший признак или плохой, но какой-то да признак, поэтому тут уже рулетка счастья. Давайте же откроем это все чудо. И вот тут уже начинается появление божественных кадров сверху. На всю планету, скажем так. Поэтому это начало конца жизни. Мы взяли чуть-чуть, доплатили за такой вот бокс для него. Ну, чтобы просто было удобно его куда-то возить с собой. И чтобы не заморачиваться над тем, куда его потом ложить, если мы его куда-то будем везти. Поэтому, люди, реально, вот эта штука, она годненькая. Поэтому доплатите и наслаждайтесь. Ну, а мы что, не будем затягивать? Не, кстати, бокс, хоть он и китайский, это все Китай, да? Но он именно на ощупь даже приятный. Вот потрогайте, да? Кстати, приятный, да? И по звуку тоже приятный. Поэтому вообще найс. Реально боксик. Огонь. Прошу вас, смотрим. Что не страшно, там что-то упало или что? Да ё-моё. Всё, я так понимаю, это батареи, да? Которые у меня упали. Шеф, всё пропало, всё пропало! Или это что? Это батареи? Да, это, походу, батареи, написано... Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! На Made in China, ну, логично, да? Вот сам красивенький наш дрон, смотрите. А? Смотрите, какой дрон красивый. Ну, просто мечта. Тут у нас какие-то дополнительные пропеллера. Пропеллера. Ага, зарядка. Ключик специальный. И мини-отвертка. Также тут есть инструкция. Поэтому давайте достанем этого дрона. Красивенького. И пульт от него. Бокс нам пока не надо. Инструкции тоже ничего не понятно. Ну, хотя можно только по смыслу догадаться. Опа-на, включился. А тут у нас есть что-то? О, ну на самом деле качество, вот именно. Если судить по качеству, то качество довольно хорошенькое. Мне нравится. Не. Батарейки не идут, и дрон уже моргает красным, значит он садится. Надо его чуть подзарядить. Да? Да. Так. Почему мне все валится с рук? Что со мной не так происходит по жизни просто? По жизни! Так, три батареечки, вставляем их. Один. Два. Три. Закрываем эту крышечку. Опа-на. Пульт работает. Что мне надо сделать? Надо скачать приложение под него. Самое главное. Приложение. Приложение называется, значит, 4D Fly. По отзывам, конечно, тут это приложение просто говнище. Вот первый отзыв.
Приложение перестало работать, дрон и камеры слепы, не обновить, не заменить. Камера тормозит, видео зависает, не пишется, фото не сохраняется. Ужасное приложение, камера не запускается. Средняя оценка приложения 2,5. Сейчас посмотрим, что это такое за дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. К дрону. Вот эту вот штучку нашу. Тут есть какая-то еще кнопка калибровка батареи. Давайте включим. И теперь пульт. Да ёб, что с ним делать? Стоп! Как его остановить? Как его остановить? Что это за бред? Он взлетел и не останавливается. Низ, 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 низ. Я не шарю вообще, куда он взлетает. Да. Ха-ха, но это сложно, это сложно, это сложно. Все. Давайте-ка, не знаю, что мне делать пока. Наверное, я пойду сейчас на поле куда-то. Да, на детское. Там поснимаем чутка. Прогревочка. Калибровочка. Погнали. Сейчас, теперь, тут есть переключатель скоростей, у него же еще. Смотрите. Теперь, значит, переключаем скорость. Садочка на руку. Ну и как всегда, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, нажать эту красную кнопку подписаться, чтобы она стала серой, нажать на колокольчик и написать в комментариях свое мнение об этом видео и вообще сказать большое спасибо. Всем пока-пока. Но уже учтите, вы же помните, да, то, что у меня есть дрон теперь. И если вы не подпишетесь и не поставите лайк, то я вас выслежу на этом дроне. И вам будет очень-очень плохо. Слышишь, ты...
Ну да, тот, который смотрит это видео. А ну-ка быстро нажал на кнопку подписаться и тыкнул на колокольчик. Также написал комментарий и поставил лайк под это видео. Я приду и проверю. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start. Yeah. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, bring it.